Привет, с вами я, Антон Фроман, или Мистер Фэнтези, и называйте как угодно вам. И сегодня я хочу порекомендовать вам канал моего друга, мистер Дрон Ренса, или же Павлова Владислава. У него всего 3 видео, но уже 4 подписчика. Он возрастает меня на 2 подписчика. Представьте себе, хоть у меня больше видео. И вот только из-за этого я рекламирую его канал, потому что, как бы, ну, тем более он еще и мой друг. И в реальной жизни, и по Ютубу. Ну ладно, а теперь мы переходим к видео. А, стоп, вы уже здесь? Ну тогда начинаем видео! Ну ладно, немного не получилось, я уже... Всем привет, с вами я, Мистер Фэнтези, и сегодня я вам покажу одну вещь. Ну что, давай. Так, и эта вещь у нас называется спиннер! Там вот такая вот штучка прикольная, она крутится... На камере кажется, что она в обратную сторону крутится, но это, конечно же, не так. И я хочу порекомендовать, где же купить эту вещь в Казани. Можно купить ее, в принципе, где угодно, но легче всего заказать ее в интернете. Либо на .ru, либо на AliExpress, хоть это зарубежный сайт. Ну, AliExpress. Или же GearBest. Бывают разные сайты, где можно купить эту вещь. На каждом сайте практически можно купить эту вещь. А на всемайки.ру вы сможете купить всякие футболки и аксессуары под свой принт. Вот. Очень штучка такая увлекательная. И советую ее раскручивать не вот так вот, как это делают многие, потому что у некоторых даже она вот так вот вылетает как-то. Не вот так вот, да, потому что она так медленнее крутится, а взять так и просто большим пальцем провести, то есть плюс, минус, то есть вот это плюс я ориентируюсь, это минус, и вот так вот, и она дольше крутится. Вот. Ну все, на этом я заканчиваю видео, так что всем удачи и всем пока!